Я считаю, что сегодняшняя конференция прошла просто отлично. У нас был полный зал, и я обратил внимание, что он был до завершения конференции наполнен людьми. Это значит, что людям было очень интересно все происходящее на сцене. Эта конференция была просто великолепной, блестящей. Я вижу, что организаторы продумали абсолютно все до мельчайших подробностей. И я уверен, что после этого мероприятия будет огромный прорыв не только на вьетнамском рынке, но и во всем мире. Сегодня я познакомился с лидерами компании Solar Group, Павлом Шацким, Павлом Филипповым. И это действительно очень важно для меня, потому что раньше мы виделись только в Zoom и в онлайн. А сейчас мы встретились лично, и это правда очень объединило и правда очень важно для меня и партнеров. Я действительно очень хорошо понимаю в проекте и не возлагал большие ожидания, но все равно так или иначе получил очень ценную информацию. И прежде всего поделюсь ею со своими партнерами, клиентами и участниками проекта. Мой самый запоминающийся момент. Я действительно был очень рад, что я удостоился статуса президента. Это дает мотивацию работать дальше и просто прекрасно. На сегодняшней конференции я, во-первых, была очень рада увидеть лидеров компании. Я получила действительно очень много информации, которая может быть полезна, и она очень ценная. Она поможет мне больше быть уверенной в проекте, инвестировать дальше и дальше развивать свою структуру и делиться этой информацией с партнерами и клиентами. Один из главных вопросов – это, конечно же, когда инвесторы получат первую прибыль, когда откроется внутренняя биржа, когда будут первые дивиденды и когда компания «Совелмаш» начнет свою коммерческую деятельность. Я думаю, что на все эти вопросы были получены исчерпывающие ответы. В команде можно назвать меня как миллиардер-одиночка в донгах, потому что я являюсь матерью-одиночкой троих детей. И тот факт, что я инвестирую, действительно дорогого стоит. И это не единоличное мое решение, это решение всей моей большой семьи. И я просто обязана развивать эту технологию, потому что она касается и моей семьи, моих детей, и их будущего. И новость о дивидендах была действительно очень важной для меня. И чтобы получить эти дивиденды, я должна закрыть свой пакет рассрочки, и я стараюсь это делать каждый день, чтобы успеть. Как я вижу, во Вьетнаме действительно очень нужны моторы для мотоциклов и водяных насосов. Мне больше всего понравился мотоцикл «Желтый Баджадж». Это действительно очень интересный экземпляр, и я хочу иметь такой же. Да, больше всего понравились именно Баджадж Пульсар, именно байк очень понравился, и очень понравился лодочный мотор. Ко мне даже подходил человек перед самой конференцией и просил побольше информации и возможности установить мотор на уже подготовленную шестиместную лодку, где стоят сверху солнечные панели. Ему было очень интересно сама конструкция кита, он видел, что она уже рабочая, и он уже сегодня просил именно эту установку, чтобы установить ее на лодку. Я, к сожалению, не знаю характеристик этой лодки и ее веса, поэтому не уверен, что 3-киловаттный мотор сможет потянуть шестиместную лодку, поэтому я предложил узнать побольше информации, и тогда уже мы можем предложить ему уже именно тот кит, который точно будет работать.
Главная разница между этой конференцией и той, что мы провели в 2019 году, что тогда мы больше говорили о перспективах, о наших целях и планах. Сегодня практически всю конференцию мы говорили о том, что мы уже сделали, какие результаты были получены. И это главная отличительная черта. Я являюсь инвестором очень давно, когда у проекта еще ничего не было. И впервые я посетил конференцию в 2019 году, а второй раз в 2022 году. И смог получить действительно очень важную информацию и увидел прогресс компании своими глазами, увидел объем работы компании, которую она проделала. Я на самом деле очень большой фанат двигателей, и желтый мотоцикл Bajaj меня действительно просто поразил. Но что самое важное, это то, что двигатель настолько универсален, что он может ездить как по суше, так быть и переоборудован на электролодку. Да, лодок у нас действительно очень много. Особенно мы это видим в Ментай. Там очень много используют лодки, очень шумно, грязно, и это действительно очень большой рынок. Рынок Вьетнама очень важен для Solar Group, потому что здесь не только инвестиции, здесь огромный потенциал людей, которые любят ездить на байках. И не меньший потенциал людей, которые вынуждены ездить на лодках. То есть я бы даже так сказал, есть категория людей, а это 4 миллиона человек только в Сайгоне, которые ездят на байках, и есть районы во Вьетнаме, где перемещаются только на лодках. И там люди крайне заинтересованы в том, чтобы у них были экономичные моторы со славянкой, плюс еще и те, которые не надо заряжать, они будут заряжаться от солнца. Желание во мне действительно очень велико. Я вижу ценность, которую приносит эта компания, проект и сам продукт. Этот продукт, он заменяет транспортные средства, которые работают на ДВС-двигателях. Мы уменьшаем загрязнение окружающей среды и снижаем потребление энергии. В 2019 году мы открыли национальное представительство во Вьетнаме и, на наш взгляд, сделали очень правильный стратегический шаг выхода на рынок. На сегодняшний день Вьетнам занимает третье место по количеству инвесторов, участвующих в проекте двигателя Дуйнова. А в этом году Вьетнам обошел по объему инвестиций такую страну, как Индия, и сейчас занимает второе место и обладает очень высоким потенциалом с точки зрения привлечения инвестиций. Потому что вьетнамцы открыты к технологии, которую мы продвигаем, а также они лояльно относятся к родине нашего проекта ввиду исторических особенностей взаимоотношений стран СССР и Вьетнама. И сейчас можно сказать, что мы находимся только на первой стадии развития рынка, потому что приняли решение открывать офисы в каждом крупном городе Вьетнама, потому что видим в этом огромный потенциал. Сегодня Вьетнам одна из самых быстро развивающихся стран в нашем проекте. И это связано с большим интересом именно к технологии. Вот благодаря тому, что мы посетили, например, крупнейший завод во Вьетнаме, Туан Фан, мы увидели, что эта технология действительно нужна Вьетнаму. Мы поняли, какие двигатели у них самые популярные, и мы знаем, что им предложить. И они видят это. Участники понимают, насколько славянка нужна рынку Вьетнама, и поэтому они так сильно интересуются. Я очень сожалею, что я не был на прошлой конференции. Ну, я не смог на нее поехать. Это, конечно, большое упущение. По той причине, что если бы я приехал на конференцию в прошлый раз,
и познакомился с людьми, то к сегодняшней конференции у нас бы наверняка здесь было уже очень много изделий, которые бы мы уже посмотрели бы в действии. Мало того, я вижу здесь, насколько здесь предприимчивые люди. Мы ездили на завод, на заводе люди просто вцепились в нашу технологию. К сведению, завод выпускает 30 тысяч двигателей в месяц. Это большое количество, и они хотят линию с, именно с нашими моторами. Да, действительно, я очень благодарен всем тем, кто смог организовать это мероприятие как сегодня, чтобы помочь инвесторам во Вьетнаме узнать о возможностях и получить больше информации об этом проекте. Я считаю, что это, наверное, финальная наша конференция во Вьетнаме перед завершением финансирования и, соответственно, такая последняя мощная акция для вьетнамцев, которая сейчас проходит. Я рекомендую всем успеть принять в ней участие, чтобы не упустить возможности для выгодного инвестирования.